Здравствуйте! Вы чувствуете, как хорошо, что мы встретились на паломничество глобальное второго пришествия? Посещая разные церкви и верование, чувствуется большой дух, который человечество пытается служить Богу. Сейчас мы видим эти глобальные тренды Бога в большом соревновании глобально. Все пытаются соревноваться, быть больше, лучше, интересней. Особенно если посмотреть в новостях, политики пытаются соревноваться. Каждый день придумывают разные санкции и ссоры. Но Божье соревнование должно быть совсем наоборот. Не то, что мы видим сейчас санкции, войны и все эти конфликты, и ссоры, все эти ток-шоу по телевидению. Божье соревнование, кто станет лучше, кто станет мирнее, кто построит мир во всем мире. Америка, Россия, Корея, Китай. Кто будет лучше? Чище. Хороший тренд начался в 90-х годах, когда президенты встретились, начали глобальное разоружение. И его нужно поддержать. Все лидеры нации договорились, все политики и все лидеры на всех уровнях договорились начать и продолжить этот тренд полного разоружения, никому не нужных войн и ссор. Итак, кто будет первый спасен и благословлен? Конечно, те, которые примут Мессию второго пришествия. Сейчас это время, очень важное время, когда человечество живет с Мессией второго пришествия в том же самом времени. Поскольку Бог отправил на землю, держал свои обещания единородного сына и единородного дочь. Найдите больше информации в интернете об этом и присоединитесь к глобальному священному сообществу Небесного Родителя. Контактируйте меня для консультации, сотрудничества или просто присоединитесь к моему глобальному туру второго пришествия. Увидимся скоро на послании миллиардам моего канала. Ваш Николай Карпалов.